Всем привет! Перед просмотром включите субтитры и подпишитесь на канал. Если вы хотите поддержать канал донатиком, вы можете сделать это, перейдя по ссылке в описании. Пришло время поговорить снова о Фракталии, а именно о магазине Фракталии. Не так давно я восхищался новым обновлением. Что же пошло не так? Этот ролик больше предназначен для разработчиков игры, надеюсь, они это увидят и исправят свои ошибки. Итак, после того, как вышло новое обновление, магазин Фракталии обновлялся, как было написано, каждые 24 часа. По обычному времени обновление всех магазинов. Сейчас, как мы видим, тут написано, магазин обновится через день после окончания сезона. И вот, например, я купил красные флаги и больше ничего полезного не могу купить до окончания сезона. Я думал и верил, что после многочисленных писем в службу поддержки мы будем услышаны, но это не так. Итак, как написано в правилах, очки нынешнего сезона будут аннулированы, и в следующий сезон будут новые сезонные очки. Скорее всего, летние очки, логично же, тут и не поспоришь. Но вот что меня пугает, а именно то, что магазин этот вовсе не будет обновляться. То есть после сезона он обновится, и до конца следующего сезона вам могут выпасть бесполезные герои. То есть после сезона он обновится, и до конца сезона он не будет обновляться. Вам могут выпасть бесполезные легенды, которые не нужны. Тогда это будет как-то несправедливо и, опять же повторюсь, бесполезно. Допустим, новый сезон, и вы получаете Таноса и Гербера. До конца сезона магазин не обновляется. И смысл от таких обновлений, и смысл от этого магазина Фракталии? Я вот не пойму, почему разработчики, делая что-то прекрасное, и тут же ухудшают его так, что аж хочется закрыть и удалиться из игры. Я надеюсь, меня услышат и сделают, чтобы магазин обновлялся раз в неделю, каждый понедельник. Я думаю, это будет хорошая поправка для магазина Фракталии. А всех остальных я попрошу скинуть ссылку ролика в службу поддержки и на почту разработчикам. Как показывает опыт, то это помогает, и мы будем услышаны, я надеюсь. Ну а теперь перейдем к квестам. Как вы видите, здесь сезонные и обычные, так как я слепо надеялся, что магазин все-таки обновится, я собирал эти монеты из обычных квестов. Ведь может быть так, что обычные квесты не обновятся после окончания сезона. Поэтому мне кажется, лучше бы я не собирал монеты, ведь тратить их некуда. Поэтому после 5 побед Фракталии я просто не буду собирать эти монеты и оставлю их на следующий сезон. Если они сгорят, то ничего страшного, потому что, опять же повторюсь, покупать нечего. Что же о сезонных квестах, тут все просто, читаете, что вам нужно, и выполняете квесты. С каждым разом все труднее и труднее. Вот, например, я уже несколько раз прошел со стрелками, и теперь требование квеста 3 стрелка, и уже только на третьем уровне сложности. И еще одна фишка, это с воскрешением героев. Вот, например, вы видите, впереди алтарь воскрешения. Убиваем одного героя специально перед этим. И, как вы видите, тут у меня написано 2 из 3 воскрешено. И вот мой люк мертвый. Теперь переходим на алтарь, воскрешаем его. И квест выполнен. Но, как уже говорил ранее, монеты из обычного квеста я собирать не буду. Только монеты из сезонного. На этом все. Всех попрошу еще раз максимально распространить этот ролик, чтобы дошло до разработчиков и они прислушались к нам. И кому ролик понравился, ставим лайк, подписываемся, конечно же, на канал. И всем пока-пока!